Дома. Желтый. Я поднимаюсь. Новый желтый. Хотите? Я поднимаюсь, стоим здесь. Что же вы хотите? Ребят, желтый. Так, давайте-ка мы не будем сюда наступать. У меня, между прочим, оружие есть. Желтый, вы сюда встаете. Я вас быстренько кракену. Да, что за дела? Я вас сейчас быстренько кракену отправлю. И ему никакая приманка больше не нужна. Итак, чего вы сюда пожаловали? Мы хотим кормить. Ну так кормите. Пацаны, давайте вот этот квадрат, там уже много на лавке. А если мы вам дадим сыновку, что будет? Вот, да, давайте мы с доброй Татьяны. Нет, давайте там. Я вам покажу кусочек кайфа. Нет, мы с доброй Татьяны. А что нам нужно? Мы с доброй Татьяны, давай. Мы с доброй Татьяны. Дадим покормить яйца. Так, я не люблю, когда в моем помещении шумят. Тихо! Тихо! Вы здесь! Я предлагаю вам определиться. Иначе я сейчас скажу вас. Вы здесь! Вам что, непонятно, что ли, с первого раза? Отошли. Итак, я сейчас оставлю осьминожку себе. Сначала. Еще раз. Вот так, слезимся. Мы на эту ступеньку не наступаем. Еще кто-нибудь наступит. Ну и все, я оставлю эту осьминожку любимую. Смотрите, какая склизкая осьминожка. Я ее оставлю себе, и у вас ничего не останется. Все ваши капсулы. Мест крайне. Зачем же мы с доброй Надеждой-то? Давай, Татьяна. Доброй Татьяны. Доброй Татьяны. Тем более Татьяны. За что вы ее? А вы остальные шаг назад. На нее выстрелили. У вас есть еще? Мне нужна осьминожка. Вот осьминожка. Я же буду свои давать. Вот осьминожка. Вот В-13. Остальный шаг назад. Ребята, еще. В-13. Ты уверен? Да, я уверен. Вот сюда. А как же? Это же самый главный путь. Ну вы что? В-13. Снова мимо. Вам не везет сегодня. Ну что? Есть такой закон в этих пиратских водах. Г-11 выстрелил. Г-11? Да.
да? У вас остался один выступ, куда вы не хочет G11 открываться. Сейчас заберу вас немножко. А вы что тут забыли? Вышли на сад. Сейчас я всех осьминожку вас заберу. Нельзя наступать на последней ступени. Быстро. Крестик центральный пол. Мне кажется, вы слишком много времени тут проводите. Я хочу отдохнуть от вас. Последний, последний. Пираты не любят, когда много народу. Красивую осьминожку, серьезно, вам ее не жалко. Пошли зарабатывать осьминожки. Здравствуйте, товарищ пиратки. Здравствуйте. А что вы тут забыли? На моей территории законы. Спуститесь, пожалуйста. Ну, а мы просто хотели выбирать. А мне не важно, что было в прошлый раз. Сейчас у меня есть пистолет. И один выстрел, у нас трое. А почему у вас трое? Где вся ваша команда? А вы знаете, что нельзя в этих морях поодиночке? Я вам знаю! Мне один поодиночку мы плывем. Карямба! Надо плавать всей командой, иначе Кракен вас никогда не пожалеет. Молодцы, у вас еще два выстрела. Вот это! Мы говорим. Мимо, у вас еще один выстрел. Так, мне кажется, вы заступаете на мою территорию. Я попрошу вас отойти, иначе мне придется выпустить вас по праву. Только вот в этой, тут уже... Давайте добрую Татьяну. Это наша. Сюда? Это наша. Нет, это наша. Мы просто знаем, где она спряталась. Все назад. Назад, назад. Свои нельзя. Так. Что непонятно в моем пистолете? Спустись, пожалуйста. Итак, вы что сюда просто так пришли? Я не люблю людей. Я пират, я люблю одиночество. У вас остался один выстрел. Я люблю своего кракена, так что уходите быстрее отсюда. У нас еще один выстрел? Да. Люди, а можно посмотреть, вот просто, вот здесь еще никто не делал ничем, но мне кажется, это где есть. Видишь, там прям полнистые линии. Вот 43. Вот. Видите, она где-то. Будем сейчас 43. Будем, да, будем, давай. Да. Отлично, поздравляю. Вы из вас же попали. Сок я не заелся. И пришел время. Еще одна? Ладно, десерт никто не отменял. Так, куда будем стрелять? Давайте по этой куче, куча, но примерно хотя бы. А да, нет, подозрительно. Нет, нет, нет.